Мы хотим выразить особую благодарность благотворительному фонду «Софмар» и лично его основателю Михаилу Гуцериеву за поддержку проекта «Ты супер» и всех наших детей. Спасибо за то, что вы с нами. Нам это очень и очень важно. После того, как Диана Анкудинова стала победительницей второго сезона шоу «Ты супер», ее жизнь кардинально изменилась. Но только представьте, у видео с ее выступлением на нашем проекте более 80 миллионов просмотров в интернете. Ее талантом восхищается множество людей. Игорь Крутой, как и обещал, подарил ей квартиру в Москве. Ну, а теперь Диана вместе с мамой живет и учится здесь. Ну и, конечно, что скрывать, все мы ждем ее выхода на сцену и снова хотим услышать ее магический голос. Приветствуйте, Диана Анкудинова, 15 лет, Москва. После проекта у меня сны изменились, оказывается. Ну, если раньше мне часто снились какие-то ужастики, мне стали сны сниться про то, что я выхожу на сцену, я пою для людей, я делаю добро, я улыбаюсь. И мне это больше нравится, чем то, что было до проекта. Вот. Что я очень ценю и, конечно же, благодарна вам. Диана до ужаса боялась свою кровную мать. Ведь та била ее, пыталась утопить. От тех кошмаров Диана с новой приемной мамой бежали за тысячи километров с Дальнего Востока в Тольятти. И только теперь все закончилось. Благодаря проекту «Ты супер» я поняла, что бояться ту женщину – это вообще просто бессмысленно. Мама очень переживает. Она вот буквально сегодня мне сказала, что вот она подписалась к тебе на фан-группу твою. Я думаю, мама, зачем ты следишь? Зачем тебе это надо? Эти лишние нервы. Но мамы, они такие, почему-то им хочется переживать. Правда, после проекта Диана и ее мама снова переехали. Но на этот раз в Москву. Сбылась моя сокровенная мечта, которая вроде бы как бы для меня была несбыточной, но я верила в нее. Я переехала в Москву, в свою собственную квартиру. В конце августа, чему я очень рада и благодарна проекту «Ты супер» и Игорю Яковлевичу Крутому. Здесь у Дианы лучшие педагоги и лучшие врачи, ведь на ее связках обнаружили узлы. И совсем недавно сцена для девочки была под большим вопросом. Я поняла, что голос – это такой же инструмент, за которым нужно ухаживать, так же, как и за собой. И ему нужно такое же внимание, причем не маленькая. Мне сделали диету, по которой нужно питаться, чтобы связки нормально работали. Естественно, я не очень соблюдаю эту диету. Но стараюсь просто исключать какие-то неполезные продукты, можно так сказать. Диана долго сомневалась, участвовать в суперсезоне или нет. Ведь она сама поставила такую высокую планку, что теперь придется прыгать выше головы. Победителем второго сезона проекта «Ты супер» становится Диана Анкудинова. Диана Анкудинова! Победитель второго сезона шоу «Ты супер». У каждого есть шанс победить, и просто нужно идти к своей цели. Я не знаю, что я получу. Может, я первый тур не пройду. Но я понимаю, что это жизнь, и она не заканчивается на этом. И я понимаю, что я уже победила, и это огромное достижение для меня. И еще раз победить, конечно, это круто, но для меня сейчас это уже не цель. Это уже пройденный этап.
За окном ходит зима, сеет снег, белый снег, ночью и днем. И меня тишиной сводит с ума, и опять не уснуть в доме пустом. Тихо саваном белым вьюга дом мой укрой. Где-то ты засыпаешь, где-то, но не со мной. Чем? Где-то там в тишине ходит февраль, ему, как и мне, сон не найти. Где-то там, вдалеке, никогда ты не поймешь. Где-то там не со мной, так и не узнаешь ты. Ну что тут скажешь, просто и понятно. Диана Анкудинова. Спасибо. Диана Арбенина. Когда вы начали петь, меня просто прибило. Меня прибило, потому что я вдруг поняла, что я совершенно забыла, где я в принципе нахожусь. Ну, конечно, искра, которая в вас есть, она действительно от Бога. Это понятно, вы это все прекрасно понимаете. Не, ну ей-богу, странно. Ну как это может 15-летний ребенок петь вот эти взрослые слова, так что я сижу и думаю, ну я так же чувствую, как она. А мне-то уже за 40. Понимаете? Мне вас очень захотелось защитить. Вот такой странный вывод из моих всех слов, но мне так захотелось вас защитить в этом во всем, потому что мне кажется, что вам все это о себе понимать очень непросто. Вообще быть такой не как все – очень непросто, а вы не такая, как все. И это ваша судьба. Вы уже от этого никуда не денетесь и никуда не уйдете. Если вам потребуется какой-нибудь совет, там, помощь или защита, или что-то еще, вы можете на меня положиться. Спасибо огромное. Лёш. Да. Ну как? Ну как это может быть? Это божественно. Как это еще может быть? Диана, ну ты уже на голову или на две выше многих артистов, которых я знаю и вижу на сцене. Что кайфово, то, что ты не просто делаешь свое дело, и ты знаешь, что ты его делаешь классно. Ты это вкладываешь так, что действительно у меня были мурашки просто вот полпесни, потому что ты настолько через себя пропускаешь каждое слово и каждую ноту, что это, ну, ты потрясающий артист. Ты супер, правда. Спасибо огромное. Спасибо. Евгений. Диана поет восхитительно, она совершенно другая, большая артистка. Она рано начала, и знаешь, вот единственное напутствие, которое могу сказать в случае Дианы, не бронзовей, пожалуйста. О, да. Все. Это все. Спасибо. Лиза. Привет. Я покрывалась мурашками, я слушала, и я пыталась параллельно думать, что, кстати, не просто, когда вот именно такая песня в таком
исполнении звучит. Я пыталась думать, зачем мы все здесь. Ну, то есть, зачем ты сюда к нам пришла и зачем мы тебе? Да, кстати. У меня плюс-минус устаканилось. То есть, я знаю, зачем мне. Я насладилась. Думаю, а тебе зачем? Я думаю, что тебе вот за этими словами Дианы. Я так понимаю, что кроме поддержки мы больше ничего тебе не можем дать. У тебя все есть. Спасибо. На самом деле, я прямо сейчас понял, зачем Диана здесь. Диана здесь для того, чтобы мы, как люди, которые уже что-то знаем об этой профессии, тоже росли. Потому что вот именно ты будешь заставлять думать о том, во-первых, что тебе сказать, чтобы тебя еще куда-то направить, помочь тебе еще выпрыгнуть наверх. И самим как-то смотреть на тебя и понимать, что исправлять в себе. Поэтому ты инопланетянка, это факт. Поэтому я очень рад, что ты здесь, правда. Для меня это просто удовольствие. Спасибо. Пользуясь случаем, знаешь, чтобы порожняком не бегать туда-сюда, а спой по-французски маленький кусочек, чтобы мои сокамерники услышали богатство твоего голоса. Je dansais avec le doigt la pluie, un feu d'amour près du miel et je danse. Et dans le bruit, je cours, j'ai peur, et c'est ma tour, mais y'a la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je me vol. Браво! Ну и после этого остается спасибо. Только сказать, что, Диан, ты, конечно, подтверждаешь, что ты... Супер! И правило есть правило. Отправляешься в комнату ожидания, ждешь результатов. Но... А пока с тобой хотят приобняться члены нашего жюри. Да. Я тоже. Вперед. Просто чумовая. Давай, увидимся еще. Ну, ты мне очень понравилась. Иди сюда. Гений маленький. Поздравляю. Ты кто? Очень приятно, я вижу. Очень приятно. Спасибо тебе огромное. Спасибо огромное. Мне кажется, что такие люди должны представлять нашу страну где да. угодно вообще, да? Девочка, девочка. Поздравляю. Ребята ждут. Мы хотим, чтобы участники «Ты супер» и за рамками нашего шоу продолжали учиться. При поддержке телеканала НТВ был создан благотворительный фонд «Ты супер», некоммерческая организация, которая помогает ребятам проекта продолжать обучение и творчески развиваться дальше.